Полтора года назад в округе сформирован общественный совет при парке Наташинские пруды. В него вошли сотрудники и дирекция парка, а также неравнодушные жители. На днях они увидели на поверхности водоема пятно непонятного происхождения и забили тревогу. Парк Наташинские пруды – одно из любимых мест люберчан. Ольга Неведомая часто проводит здесь время с семьей. На днях она прогуливалась вдоль берега и заметила на воде непонятные разводы. Мы гуляли с детьми и увидели странное пятно, похожее вот на мазут. И я не могу точно дать, что это такое было. Поэтому мы обратились в администрацию для того, чтобы взяли пробы воды и уточнили этот момент. В Люберецкой администрации на жалобу среагировали оперативно. На место с проверкой выехало Управление по охране окружающей среды и экологическая лаборатория. При первичном осмотре мы сегодня утром сюда выезжали со специалистами. Никаких источников сброса мы не нашли. В любом случае, чтобы исключить самые неприятные моменты, пробы воды мы взяли, и результаты будем с нетерпением ждать. Дальше будут приниматься меры. Производится химический отбор проб. На месте замерим сейчас температуру воды и pH. Сейчас разливаю посуду, потом будет посуда законсервирована и доставлена в лабораторию на проведение анализа. В лаборатории произведут бактериологическое и химическое исследование воды по 22 показателям. Протокол анализа будет готов в начале июня. Температура воды 14,6, pH 8,5. Норма? Норма. От 6,5 до 9 это норма. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.